Назовите фамилию, имя, отчество. Пугач Александр Сергеевич. Дата рождения. 3.11.96. Ваше образование. Среднее, специальное. Какое отношение к полку Азов вы имеете? К полку никакого. Состоял в цивильном корпусе. В каком году? С какого года начали проявлять активную политическую деятельность? С 15-го. В каких акциях в 16-м году вы принимали участие в составе цивильного корпуса? В мирных ходах, в митингах. В помощи всякой было. Вы ходили с факелами по Запорожью? Ходили с факелами по Запорожью. Расскажите об этом. Был праздник Покрова. Прошлись по главному проспекту с факелами. На День Победы. Где вы были в 16-м году? На День Победы были в Мелитополе. Что вы делали? Срывали ленточки с ветеранов. Кто с вами делал эту акцию? С Национального корпуса люди. Организовал кто? Цивильный корпус. То есть руководитель цивильного корпуса Мелитополь? Да. Решил провести данную акцию? Да. А в каком месте это происходило? Это парк и танк. Как это место называется? Как могила славы, не знаю. На могиле славы вы решили обидеть ветерана в День Победы? Да. Расскажите про этот день, где вы собрались? Как? Собрались в центре. А где именно? В центре Мелитополя, возле парка. В каком месте? Возле входа в парк, главный вход в парк. Парк Горького? Да. Там вы собрались и ждали, когда придут ветераны? Нет, мы ходили, смотрели, у кого есть ленточки. Подходили. У кого нет. А? Подходили к ветерану. Да. Сколько у вас было человек? Человек 6, наверное. Человек 6 взрослых парней подходили к ветеранам и срывали с них ленточки. Да. Что вы еще с ними делали? Ничего больше. Вы заставляли их кричать «Слава Украине»? Да. Повторите. Мы заставляли их кричать «Слава Украине». Что вы сделали с вечным огнем? Потушили его. Расскажите, пожалуйста, о ваших мероприятиях в клубах футбольных «Ультрас». Где, когда вы участвовали? Ездили на футбол и в Киев, на матче «Динамо». То есть вы принадлежите к «Ультрасу Динамо»? К фанатскому сектору. Какие кричалки вы там кричали? «Слава Украине». Еще. «Червона рута». Еще. «Москаляку на гиляку». Ваше отношение к Степану Бандере? Он для вас герой? Да. Что для тебя 9 мая? День скорби. Твой дед воевал? Да. На чьей стороне? На стороне Советской Армии. Ты, получается, что, предал своего деда? Получается. Какие националистические батальоны в Украине сегодня вы знаете? Правый сектор. Батальон Азов. Не знаю. Айдар был, не знаю, раньше. В каких политических митингах вы участвовали в Киеве? Против на тот момент действующей власти Порошенко. Что еще? Против чего конкретно вы митинговали? Против тарифов и бандитской власти. Против минских договоренностей митинговали? Против, да. Как назывался митинг? Я не помню. Вы участвовали в митингах в поддержку антитеррористической операции? В поддержку АТО, ООС? Да.
поддержку блокады Крыма, Донбасса. Да. Скажите, вы хотели бы предстать перед справедливым народным судом Донецкой Народной Республики? Нет, не хотел бы. Почему? Мне страшно, я боюсь и каюсь. Прошу меня понять и простить. Вы знаете, что ваши татуировки пропагандируют нацизм? Да, знаю. Да, знаю. Что вы будете с ними делать? Сведу их при первой же возможности. У тебя много соратников? В смысле? В Мелитополе много соратников национального корпуса? Много нацистов в Мелитополе? Может, нет, не знаю, все. Сколько человек у вас ездило на мероприятие из Мелитополя в Запорожье? Наш корпус, человек 15, наверное, и люди, всех, которые хотели. Вы всех их знаете? Этих людей, которые со мной в корпусе были, да. Говори, смерть нацизму. Смерть нацизму. Громче! Смерть нацизму.